привет! Это Афиша, а значит, в ближайшие 3 минуты я, Анна Троян, раскрою все пароли явки на эти солнечные выходные. Поехали! На улице киноманов и просто любителей хорошо провести время наконец настал праздник. В Центральном парке вновь состоится кинопоказ «Под открытым небом». На Малой площади покажут нашумевшую картину Тодоровского «Большой» – фильм о бушующих страстях в самом знаменитом театре России. Приходите к 9 вечера и обязательно берите с собой друзей. Вход свободный. Культурную программу можно продолжить и в субботу. Репертуарный театр «Кукол Радуга» вновь распахнет свой занавес. Поэтому берем с собой деток и настраиваемся на 2-часовое погружение в детство. Сначала кот рассказывает сказки и устраивает пляски. Интерактивная программа с участием ростовых кукол, а после увлекательный спектакль по мотивам произведений Пушкина. Не пропустите, будет очень интересно. Ну а если отдыхать спокойно, не по настроению, одеваемся во все удобное и вперед на стадион «Торпедо». 11 августа там пройдет масштабный праздник – День физкультурника. На поле развернутся функциональные спортивные зоны, а на них – сдача нормативов ГТО, установка нового рекорда по жиму лежа, эстафеты, турнир по футболу и многое другое. Так что высыпаемся в субботу и приходим проводить ее с пользой. На этом у меня все. Надеюсь, вы прислушаетесь к моим советам и проведете выходные по-летнему жарко. Я, Анна Троян, с вами прощаюсь. Пока-пока!